Всем привет! Делаем в квартире теплый пол. Тут уже напилили штробы. Обязательно нужно укладывать теплый пол в виде улитки, чтобы было сопротивление меньше. Это наш санузел. Вот так мы работаем тут с пылесосом. Пилим, режем, долбим, крутим. Вот это наша кухня. Здесь тоже все под теплый пол приготовили зоны. Вот, делаем по дизайн-проекту. Такой вот интересный. Вот он, сушитель. Все. Всем удачи!